России! Кто вы такой? Ты по что боярыню обидел, смерть? От смерда слышу! Иван Васильевич требует продолжения банкета новогодним вечером. Лукавый презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть тем. Повинен смерти. Самозванец. От самозванца слышу. Демоны! Живьем, брат, демонов! Кто вы такой? Ты по что боярыню обидел, смерть? От смерда слышу! Иван Васильевич требует продолжения банкета новогодним вечером. Петь. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Иван Васильевич меняет профессию. Я требую продолжения банкета. Сегодня на Первом канале. Прости, как ваше имя отчество? Марфа Васильевна. А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь. Настроимся на весну. Воображаем, что сейчас будет. Прибавим яркость. А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету, цветы не растут. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Аз есмь царь. Кличка, тихо. Фамилия? Рюриковичи мои. И любимый Иван Васильевич предстанет в новом цвете. Понимаешь, этого лица умнее. Под лица попрошу не касаться. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. Иван Васильевич меняет профессию. В воскресенье в 16:35 на канале «Россия». Золотая коллекция кино на телеканале «Алмата». Праздник начинается. Перед Новым годом на Первом канале вакантная должность. Царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Требования к кандидату. Высокий профессионализм. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй. Умение работать в команде. Ты по что боярыню обидел, смерть? Стратегическое мышление. Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж обошлё. Опыт международной работы. Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. Гитлер. Кабут. Умение подать себя. Вот вы думаете, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Народная комедия в любимый праздник. Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь. Иван Васильевич меняет профессию. 31 декабря на Первом. Два магнитофона, две кинокамеры, два портсигара. И, конечно же, два Иван Васильевича. Самозванец. От самозванца слышу. Царь. 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 Царь, очень приятно. И вы царь. Жжешь, собака. Куртка замшевая. Три. Мама мия. Ты сейчас умрешь. Боже, какой типаж. Иван Васильевич меняет профессию. Смотрите в пятницу в 21:00 на телеканале Мосфильм. Золотая коллекция. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь.
все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.